Со мной случилась история в Венеции, на кладбище Сан-Микеле, где похоронен Иосиф Бродский. Уже прощаясь, вдоволь наговорившись, сплошным монологом, голову не пришло остановиться и вслушаться. Возможно, я услышала бы что-нибудь интересное. И только одна мысль шевельнулась в моем зашоренном мозгу. Этот человек дал мне так много в жизни, что я должна сделать ему подарок. Ну, что-то отдать от себя, оторвать что-то очень дорогое. И я стала искать в сумочке то, с чем тяжело расстаться. Зеркальце, помада, расческа, ну, нет. Ну, не ключи же от гостиницы, нет, конечно, нет. А серьги, обручальное кольцо, фу, нет. Вот, нашла. На самом дне сумки плавала зеленая перламутровая рыбка. Подарок подруге художницы. Да. Во-первых, это подарок. Тяжело? И мой верный талисман. Ну, жалко. И она почти что цвета водички в лагуне. И это образ, встречающийся в поэзии самого поэта. И вообще это христианский образ Иисуса Христа. Ну, в общем, все сошлось. Рыбка предается земле. Прости за чужую стихию, но мы-то знаем, что под ней вода. И это вселяет надежду, что когда-нибудь и ты уйдешь в свободное плавание. На прощание делаю фото. Но сколько ты еще будешь прощаться? Это дочь. А муж уже давно ушел, потеряв терпение. Ну, уходим и мы спасать мужа, засевшего там у Стравинских, тут неподалеку. И вдруг я наступаю ногой на 50-евровую бумажку. Это еще было во времена Лита. И это я. Неудачница. Никогда больше 10 копеек, а потом центов не находившая и в лотерею ни разу не выигравшая. Ну, а вокруг ни души. Ну и первая мысль. Расплатился, шутник, вот спрятался сейчас где-то здесь, в кустах, у ненавистного Эзры Паунда, и ухахатывается. Ну и вот от этой мысли мне стало так хорошо, так приятно на душе. Ну, как будто бы мы пообщались, поговорили. Иосиф, спасибо, я опять твоя должница. Ну, у нас обычно обещанного 3 года ждут, но в моем случае вышло 7 лет. Семь раз был Иосиф Бродский в Литве. Эта страна занимала особое место в его сердце. Он, объездивший практически весь мир, любил повторять: «Мое отношение к Литве – это прежде всего отношение к моим друзьям». Вот об этом я и хочу рассказать, о его первом приезде в Литву и о знакомстве с людьми, которые станут друзьями на долгие-долгие годы. Лето 1966 года. В доме у братьев Катилюсов на улице Ликлас в Вильнюсе гостили тогда их московские приятели, литераторы Людмила и Андрей Сергеевы. Это они позвонили Иосифу в Ленинград, а у того конец света, полный завал. Стихи не публикуют, безденежье, слежка КГБ и разлад с любимой женщиной Мариной. Иосифу плохо. И тут братья Катилюсы в один голос: «А у нас тут хорошо, пускай приезжает». И он приехал. Уже на следующий день, легкий на подъем, уже перед полуднем он звонит из вильнюсского аэропорта. Еще через полчаса
Он приезжает на такси на улицу Ликлас 1. Название улицы в переводе означает «литейная», а домашний адрес Бродского в Ленинграде – Литейный проспект. Ну, хорошее начало. Внешне он оказался совершенно не похож на поэта. Рыжеватый, в кепке, плотного телосложения, и кому-то из присутствующих даже напомнил персонаж Бабеля Беню Крика. Одет просто, но со вкусом. Но не Шелли, не Байрон, ну и даже не Томас Венслова, у которого же на лице написано, что он поэт. Но очень скоро Бродский и эта компания его литовских друзей узнают друг друге родственные души и подружатся на долгие-долгие годы. Им было в ту пору, как и ему, около 30. Это физики Рома Скотилюс и его жена Эля, младший брат Аудруню Скотилюс, поэт Томас Венслова, литераторы Вергилиус Чипайтис и Пранас Моркус, историк Йозеф Тумялис и химик Инна Вапшинскайте. Они были завсегдатаи Неринги, упорно игнорировали советскую действительность, написали и отвезли в Москву поздравление опальному Борису Пастернаку по случаю присуждения ему Нобелевской премии. Занимались в лектории на дому, который организовал Томас Венслова. Писали рефераты о Кафке, Джойсе, Мирхольде, Ле Корбюзье, Хиндемите. Ну, естественно, КГБ вскоре прикрыл этот кружок. Конечно же, они знали стихи Бродского, которые не издавались, но ходили из рук в руки или передавались из уст в уста. Например, вот это, написанное 17-летним юношей. «Прощай, позабудь, и не обессудь, а письма сожги, как мост. Да будет мужественным твой путь, да будет он прям и прост. Да будет во мгле для тебя гореть звездная мишура, да будет надежда ладони греть у твоего костра. Да будут метели, снега и дожди, и бешеный рев огня. Да будет удача у тебя впереди больше, чем у меня. Да будет могуч и прекрасен бой, гремящий в твоей груди. Я счастлив за тех, которым с тобой, может быть, по пути». Когда теряет равновесие твое сознание усталое, когда ступеньки этой лестницы уходят из-под ног, как палуба, когда плюет на человечество твое ночное одиночество, ты можешь размышлять о вечности и сомневаться в непорочности идей, гипотез, восприятие произведения искусства и, кстати, самого зачатия Мадонны, сына Иисуса. Но лучше поклоняться данности с глубокими ее могилами, которые потом за давностью покажутся тебе такими милыми. Да, лучше поклоняться данности с короткими ее дорогами, которые потом до странности покажутся тебе широкими, покажутся большими, пыльными, усеянными компромиссами, покажутся большими крыльями, покажутся большими птицами. Да, лучше поклоняться данности с убогими ее мерилами, которые потом до крайности послужат для тебя перилами, хотя и не особо чистыми, удерживающими в равновесии твои хромающие истины на этой выщербленной лестнице.
В первый же вечер на Лейклас Йосиф читал стихи. Это были стихотворения, написанные в ссылке и после нее. Свои стихи нам читал, и не понять это было невозможно. Поэт огромной мощи. Ощущение грандиозности происходящего здесь и сейчас. Это Рома Скотелюс. Всех завораживала манера чтения Йосифа, его неповторимый напев, интонации. Слушая его голос, не оставалось ничего другого, кроме веры. Это уже Аудроню Скотелюс. Да, Йосиф шаманил, гипнотизировал, увлекал всех в свое другое измерение. Ну а в остальное время он был своим парнем, простым, незаносчивым. Они много говорили, курили, выпивали. Но когда Йосиф начинал читать стихи, все понимали, что перед ними поэт, поцелованный Богом. Ну а днем друзья показывали город, костелы, переулки старого города, который в советское время был одичавшим и заброшенным, но это придавало ему тайное очарование, по выражению Томаса Венсловы. Йосиф слушал рассеянно, отрешенно о готических арках, о барочных валютах и прочем. Друзья даже обижались, им казалось, что вот, ну, архитектура уж точно не интересует поэта. Позже оказалось, что архитектура Вильнюса вошла в гениальный литовский дивертисмент. Стихи, которыми Бродский, по своему выражению, отплатил Литве искусством за искусство. Лейклас. Родиться бы 100 лет назад, и сохнущий поверх перины глазеть в окно и видеть сад, кресты двуглавой Катарины, стыдиться матери и Кать от наведенного лорнета, тележку с рухлядью толкать по желтым переулкам гетто, вздыхать, накрывшись головой, о польских барышнях, к примеру, дождаться Первой мировой и пасть в Галиции за веру царя Отечества, а нет, так пейсы переделать в бачки и перебраться в новый свет, блюя в Атлантику от качки. Герб. Драконоборческий Егорий, копье в горниле аллегории утратив, сохранил досель коня и меч, и повсеместно в Литве преследует он честно другим невидимую цель. Кого он, стиснув меч в ладони, решил настичь? Предмет погони скрыт за пределами герба. Кого? Язычника? Геура? Не весь ли мир? Тогда не дура была у Витовта губа. Паланген. Только море способна взглянуть в лицо небу, и путник, сидящий в дюнах, опускает глаза и сосет венцо, как изгнанник царь без орудий струнных. Дом разграблен, стада у него свели, сына прячет пастух в глубине пещеры, и теперь перед ним только край земли, и ступать по водам не хватает веры. Доминиконы. Сверни с проезжей части в полу слепой проулок, и, войдя в костел пустой об эту пору, сядь на скамью и, погодя, в ушную раковину Бога, закрытую для шума дня, шепни всего 4 слога. Прости меня. Но в тот первый раз Йосиф так и не поведал друзьям о причине, по которой ему было так плохо. Он разговорится позже. В Судерве, городке в 17 километрах от Вильнюса, куда друзья отвезут его, чтобы показать единственный в Литве ротондообразный костел Святой Троицы с уникальной акустикой. Будучи там наверху, под самым куполом,
Вот я реально ощутила, как слово, сказанное мной шепотом, было услышано человеком, стоявшим на другом конце кругового балкона. И тогда я подумала, что, вероятно, здесь действует и другая связь. Все, что здесь говорится, поется Богу, оно не растворяется в пространстве, а уходит прямиком вверх. Томас Венслова привел сюда Иосифа Бродского. По узенькой винтовой лестнице, долго, осторожно, где глазам надо свыкнуться с темнотой, и потом ты сразу оказываешься под куполом, как будто шагнул на облако. Иосиф шепотом прочитал стихи Циприана Норвида по-польски, а Томасу, стоявшему на другом конце балкона, было слышно каждое слово. Через много лет настоятель костела ксёнц Адольф Трусевич вспоминал: «Пан Бродский был в нашем костеле два раза. В первый раз с ним был Томас Венслова, такой солидный литовец, и еще один пан с девушкой, как монголка, с раскосыми глазами. А я в это время как раз был с детьми, готовил их к первому причастию. Но я как увидел тех панов, входящих, сразу подумал: все, поймали меня. Тогда за такое обучение полагался год тюрьмы. И сколько на мне было блох, они сразу со страха все передохли. Ну, конечно, посидеть полагается, но ведь не хочется, правда? Но, гляжу, они на детей внимания не обращают, а оглядываются, осматривают костел, и мне немного полегчало, может, они и не ловят меня. Дети пошли домой, а они остались. И та девушка смотрит на святого Антония и спрашивает: «А что это за мужчина с младенцем на руках?» А я себе так думаю: может, ты комсомолка, коммунистка? А зачем я тебе буду про святого Антония рассказывать? Извините, говорю, мне об этом не хочется говорить. Гляжу на нее, а у нее лицо покраснело, слезы выступили, и говорит: а может, все-таки все по-другому, не так, как вы думаете? Ну и в свою очередь тут покраснел уже и я от стыда. Потом, значит, я пригласил их в дом, там чай, какая-то беседа, и тот пан Бродский, а вот эта фамилия мне еще тогда ничего не говорила, я только запомнил, что он из Ленинграда, стал задавать мне вопросы. Способствует ли материальный уровень человека его моральному росту? Ну, чем человек богаче, делается ли он от этого лучше? Я, конечно, знал слова истребника, по которому мы молимся: «Храни меня, Господь, и от богатства, и от нужды, хлеб насущный дашь нам днесь». А мой гость задает мне следующий вопрос: «Хорошо, у вас тут Евангелие, костел, люди к вам приходят, вы их учите. А что будет с теми, у кого не было возможности узнать о Боге? Это Россия, Сибирь. Там о Боге никогда не слышали, если слышали, то отрицательно». Ну, я отвечаю: человеку дан разум. Это светоч, который говорит ему, что хорошо и что плохо. Но есть и другой фактор. Это совесть. И я думаю, если человек может не знать о Боге, а эти основы принять, и если человек будет согласно совести и разуму поступать, то наверняка Господь Бог пошлет ему милость, и он уверует. Дальше пытает меня так: достаточно ли света разума, чтобы преодолеть зло, которое пробуждается в человеке? Я отвечаю: и верующие, и неверующие с трудом справляются с собой.
Это борьба. Только верующий преклонит колени и взмолится: «Господи, помоги мне, ибо мне тяжело». И встав с колен, я чувствую в себе силу. Это Господь посылает мне уверенность, что я смогу преодолеть зло, которое во мне пробуждается. А он, Бродский, удивился тому, что я сказал. Как это красиво! Прекрасно! Дальше, а я чувствую, он и знак подал, чтобы все оставили нас наедине, и говорит, что хочет со мной как со священником поговорить. Жду, о чем пойдет речь, а он вот что говорит. Представьте себе мужа, которого бросила жена и пошла своей дорогой. А тут мужа забирают в тюрьму, и та женщина возвращается и передачи ему в тюрьму носит. Вот муж вышел из тюрьмы. И как с такой женой быть? Я отвечаю. Вы знаете, говорю, если человек раскаивается чистосердечно, собирается исправиться, я не вправе отказать ему в отпущении грехов. А он говорит: хорошо, это Господь Бог, это ксёнс, муж с такой женой. Как может жить? Как жить? Я отвечаю. Вы знаете, на склеенном кувшине, разбитом, треснувшем, навсегда останется след. И трудно выбросить из памяти то, что было. Но надо как-то жить. И потом, ведь не всегда и этот муж в порядке. А пока он говорил, я увидел, что он полностью поменялся в лице, в глазах прямо слезы, весь такой взволнованный. И вот тут я понял, что ты, наверное, о своей жизни говоришь. Пришла зима, и слышу как-то по радио, говорят, что Бродский – поэт, который при Хрущеве сидел в тюрьме, как тунеядец. Потом взгляды которого не совпадали с официальной советской идеологией. А потом уже поднялся шум в мире, его выпустили. Ну и вот тут уже глаза-то у меня открываются. Кого я принимал у себя? Пришло лето, сижу я как-то там себе на скамеечке, и вдруг вижу, подъезжает такси из Вильнюса. И вышел пан, и вышла пани, и направляются к моему дому. Я ступеньками вниз, а он ступеньками вверх. А когда мы с ним прощались последний раз, тот раз, я его обнял и поцеловал. А он заплакал. Вот, да. Вот так вот мы с ним тогда прощались. А теперь он ко мне поднимается и обнимает меня, а я гляжу, кто-то незнакомый, ну, как-то немножко неприятно, да? А он говорит: я Бродский, а я... Вот, и привез девушку, дочку профессора органной музыки, специально в нашем костеле поиграть на органе. Органы в ту пору у нас в костелах были в неважном состоянии, но та пани Анастасия Брауда. 2 часа на органе Баха играла, а пан Бродский еще и ногами меха надувал. В тот раз мой орган заговорил так, как я больше никогда в жизни не слышал. Это была не просто игра, это орган говорил. Ну, можно предположить, что после этого разговора боль Иосифа немножко приутихла. Ниоткуда, с любовью, 20 мартабря
дорогой, уважаемый, милая. Но неважно даже кто, ибо черт лица, говоря откровенно, не вспомнить уже не ваш, но и ничей. Верный друг вас приветствует с одного из пяти континентов, держащегося на ковбоях. Я любил тебя больше, чем ангелов и самого. И поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих. Поздно ночью, в уснувшей долине, на самом дне, в городке, занесенном снегом по ручку двери, извиваясь ночью на простыне, как не сказано ниже, по крайней мере, я взбиваю подушку мычащим ты, за морями которым конца и края, в темноте всем телом твои черты, как безумное зеркало, повторяя. Косматая звезда, спешащая в никуда, из страшного ниоткуда, между прочих овец приблуда, златорунные те стада, налетающая, как ревность, волосатая звезда древних. Иосиф Бродский считал Марину Цветаеву самым крупным русским поэтом 20-го столетия. А еще он говорил, что благодаря ей изменилось не только его представление о поэзии, изменился весь взгляд на мир. Я прочитала впервые стихи Цветаевой в 16 лет. Я была совершенно потрясена, ошарашена, оглушена. Вот так писать о своих чувствах, или нет, подожди, вот так чувствовать. Ну, мир перевернулся. Я помню это совершенно отчетливо, вот это состояние, когда ты становишься другой и понимаешь, что обратно дороги уже нет. Наверное, вот тогда во мне шевельнулась душа и заявила о том, что она есть главный и вполне физический орган в человеческом теле, и что она нуждается в том, чтобы ее кормили. Ну, а дальше больше. Я поняла, что хочу трудной судьбы, больших испытаний, трагической любви. Я согласилась приговорить себя к одиночеству, невезению. Я научилась не бороться с мелочами, не вмешиваться в непосильное, ну, просто позволить жизни творить свой беспредел. Не прогибаться, держать спину, отворачиваться с высокомерным безразличием. Вот это уже по-нашему, вот это в крови. Но как же эта прививка характера мне в дальнейшем осложнила жизнь? Одиночество – это данность поэта. Это иногда непременное условие существования его таланта. Но формула «чем страшнее судьба, тем гениальнее творчество» – это действует только для поцелованных Богом в темечко. Ну, сколько вокруг было исковерканных судеб, страшных, и как мало настоящих поэтов. И для меня это всегда были Бродский и Цветаева. И сначала была Цветаева. И всю жизнь она меня тащила в гору. Или я сама сначала бежала, а потом ползла, обдирая локти, сшибая коленки. И к Бродскому, между прочим, тоже привела она. И вот тогда я смогла уже вздохнуть с облегчением и начать размышлять о времени, пространстве, жизни в ритме Иосифа Бродского. Марина отпустила. Но, как оказалось, не насовсем. Марина Цветаева никогда не была в Вильнюсе. При этом она писала: «Вильна – мой город. Обожаю холмы. Их мое сердце выносит. И как?» Thank you.
есть час уши, час дни. В 2001 году гость из Польши посетил в Вильнюсе особняк на улице Полоцка, где когда-то до войны жила его бабушка. Уже прощаясь, хозяйка дома вспомнила о пачке старых писем, которые ее муж нашел на чердаке дома за стропилами. Письма, поблекшие, полуистлевшие, были адресованы бабушке гостя. Это оказались 12 писем Марины Цветаевой. Так литературный мир узнал о дотоле неизвестном друге поэта, виленской учительнице Натальи Гиевской-Гайдукевич. Они были ровесницы, к тому же дальние родственницы, и познакомились еще в дореволюционной Москве. Наталья первая написала Марине, та жила во Франции в парижском предместье Кламар. Марина откликнулась. «Тот мир настолько кончен, что отказываюсь верить, что он был, и вдруг ваш живой голос. Голубчик, как вы могли подумать, что я вам не отвечу? На такой далекий, из того далека, зов я не отзовусь. Я могу не отозваться только на подделку, только на непонимание». Они переписывались 6 лет до гибельного возвращения Марины в Москву. «Как мне спокойно, уверенно, свойственно вам писать, Наташа». Сохранились письма Марины 2 лет 34-го и 35-х годов, а письма Натальи утеряны, а может быть, еще не нашлись. Рассказ внука Натальи, писателя Владислава Завистовского, рисует портрет бабушки, который очень напоминает Марину Цветаеву в быту, в обществе. Честную, бескомпромиссную, властную, чудаковатую женщину, живущую в своей реальности. Знаете, Наташа, что мне в вас больше всего нравится? Бесстрашие. Есть вещи, которые человек боится сказать даже себе, а вы их говорите вслух. Вы бесстрашнее даже меня. Да, Наталья с честью выдержала напор Марининой дружбы, ее безудержное стремление отдать себя и постигнуть другого целиком. А в меру своих сил она утоляла ненасытимый голод Марины, но ненасытностью своей прикармливаю всех, это Марина с горечью. Что же мне делать, слепцу и пасынку, в мире, где каждый очи зряч, где по анафемам, как по насыпям страсти, где насморком назван плач? Что же мне делать, ребром и промыслом певчий, как провод, загар, Сибирь, по наваждениям своим, как по мосту, с их невесомостью в мире гирь? Что же мне делать, певцу и первенцу, в мире, где наичернейший сер, где вдохновенье хранят, как в термосе, с этой безмерностью в мире мер? В юности Наталья пробовала писать, играла на сцене, преподавала английский, французский, немецкий, русский языки, училась педагогике в Париже, в Москве и постоянно читала. Беспрерывно, постоянная духовная жажда – вот что роднило их с Мариной. А знаете, Наташа, если кончилось со школой, пишите. Напишите ту книгу, которую за вас никто не напишет. Себя. Вы в этой книге будете жить день за днем. Те дни, как на
широких надежных крыльях будут нести эти. И вам станет все равно вокруг. Вы станете неуязвимы. Есть вторая жизнь чтения, но есть и неизмеримо больше, и уж никак не вторая. Писание. Мое прибежище от диких орд, мой щит и панцирь, мой последний форт. От злобы добрых и от злобы злых. Ты в самых ребрах мне засевший стих. Но вскоре польская Вильна стала советским Вильнюсом, было уже не до книг. Мужа Натальи, чиновника, дважды арестовывала НКВД. Наверное, тогда письма Марины, как опасный компромат, были спрятаны и на чердаке и забыты. А муж Натальи 10 лет провел в лагере и вскоре после возвращения умер. Наталья с детьми в 1946 году навсегда покинула Вильнюс, перебралась в Гданьск. До старости оставалась независимой, эксцентричной женщиной. Умерла в 88, пережив Марину на 37 лет. У меня, Наташа, нет будущего. Что-то во мне оборвалось. Гоню дни и рада, когда кончаются. Я новый мир во всех его проявлениях ненавижу. И дело не в политике, а в новом человеке. Бесчеловечном. Полумашине, полуобезьяне, полубаране. А в общем, быке. Овцебыке. Есть такой. Что это за беспощадное поколение? Физическая энергия и головная. А душа? Когда? Где? Даже не знаю, желать ли. Хороша я со своей душой. Живого места нет. Тоска по родине? Давно. Разоблаченная морока. Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть. По каким камням домой брести с кошелкой у базарной. В дом и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма. Мне все равно, каких среди лиц ощетиниваться пленным львом. Из какой людской среды быть выброшенной непременно в себя. В единоличие чувств, камчатским медведем без льдины. Где не ужиться и не чусь, где унижаться мне единственно. Не обольщусь языком родным, его призывом млечным. Мне безразлично, на каком непонимаемой быть встречным. Читателем газетных тон, глотателем, доильцем сплетен. 20-го столетия он, а я до всякого столетия. Остолбеневший, как бревно, оставшееся от аллеи. Мне все равны, мне все равно. И, может быть, всего равнее, роднее, бывшее всего. Все признаки с меня, все меты, все даты, как рукой сняло. Душа, родившаяся где-то. Так край меня не уберег мой, что и самый зоркий сыщик вдоль всей души, всей поперек родимого пятна не сыщет. Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст. И все равно, и все едино. Но если по дороге куст встает, особенно рябина. Наташ, спасибо за рябину. Вы одна поняли. Все. А что значит последняя строка? Ну почему оборвана? А один даже... А разве есть кусты рябины? Я знаю дерево. Все равно. Все стихотворение из-за последних двух строк. Ну и что же понимают, если их не понимают? А эти стихи могли бы быть моими последними. Не рассказывайте обо мне, о моих горестях никому. Я вам пишу, потому что с вами я на полной свободе сна. А все же спорите, петь устанет... И этот род. А все же время меня обманет, и сон придет, и лягу тихо, смежу ресницы и лягу тихо, и будут сниться
деревья и птицы. Узкий нерусский стан над фолиантами, шаль из турецких стран пала, как мантия. Вас передашь одной ломаной линией, холод, веселье, зной вашему нынии. Вся ваша жизнь – озноб, и завершится, чем она, облачный темен лоб юного демона. Каждого из земных вам заиграть безделица, и безоружный стих в сердце нам целится. В утренний сонный час, кажется, четверть пятого, я полюбила вас, Анна Ахматова. Похоже на объяснение в любви, да? Это не единственное стихотворение, которое посвятила Марина Цветаева Анне Ахматовой. В свою очередь, Ахматова отозвалась только одним стихотворением и уже после смерти Марины. В Вильно Анну Ахматову привела Первая мировая война. Здесь осенью 1914 года она прощалась с мужем, поэтом Николаем Гумилевым. Его полк перебрасывали на фронт в Южной Польше. И здесь Анна молилась у иконы вратарница в главной святыне города Остра Брама, чтобы Гумилева не тронула пуля. Много лет спустя она вспоминала, как удивилась, увидев толпу людей на коленях, продвигавшихся к храму Остра Брама, и как сама она смиренно опустилась на колени и поползла вместе со всеми. Думали нищие мы, нету у нас ничего, а как стали одно за другим терять, так что сделался каждый день поминальным днем, начали песни слагать о великой щедрости Божьей, да о нашем бывшем богатстве. Гумилев пошел на войну добровольцем. Служил сначала в элитном уланском, потом гусарском полку. Он упивался риском, войной. Он говорил: «Это лучшее время в моей жизни. Несколько напоминает мои абиссинские эскапады, но менее лирично и волнует гораздо больше». На войне Гумилев уцелел, даже не был ранен. Но в 1921 году его расстреляли большевики. И упало каменное слово на мою еще живую грудь. Ничего, ведь я была готова. Справлюсь с этим как-нибудь. У меня сегодня много дела. Надо память до конца убить. Надо, чтоб душа окаменела. Надо снова научиться жить. А не то горячий шелест лета, словно праздник за моим окном. Я давно предчувствовала этот светлый день и опустелый дом.
А теперь прыжок в 60-е, когда дом старой Ахматовой заполнили голоса молодых поэтов. Иосиф Бродский вспоминает. Она была невероятно высока. Мой рост 178, я никогда не испытывал комплексов относительно собственного роста, кроме случаев, когда я находился рядом с ней. Когда я смотрел на нее, я понимал, почему Россией время от времени управляли императрицы. Но она выглядела, если хотите, как императрица. Она была чрезвычайно остроумна. И она была очень смиренна. Она говорила, ну, по сравнению с Мандельштамом и Цветаевой, я всего лишь мелкая корова. Я корова. Вот так она говорила. Мы с ней не разговаривали много о поэзии. Это замечательное переживание, когда ты физически ощущаешь, что имеешь дело с человеком лучшим, чем ты. Вот гораздо лучшим. С человеком, который одной своей интонацией тебя преображает. Каким-то неведомым образом вокруг нее всегда возникало некое поле, в которое не было доступа дряни. Она приводила наши души в движение. В разговорах с ней, просто в питье с ней чая, ты быстрее становился человеком в христианском смысле этого слова, нежели читая соответствующие тексты или ходя в церковь. Если б все, кто помощи душевной у меня просил на этом свете, все юродивые и немые, брошенные жены и калеки, каторжники и самоубийцы мне прислали по одной копейке, стала б я богаче всех в Египте, как говаривал Кузьмин покойный. Но они не слали мне копейки, а своей со мной делились силой. И я стала всех сильнее на свете. Так что даже это мне нетрудно. Толковали о литературе, конечно же, мы сплетничали, конечно же, мы бегали за водкой и смеялись над правительством, слушали Моцарта. Но, оглядываясь назад, я слышу и вижу не это. В моем сознании всплывает одна строчка из Ахматовского шиповника. «Ты не знаешь, что тебе простили». Это сказано именно голосом души, ибо прощающий всегда выше обиды и выше того, кто обиду причиняет. Ибо строка эта, адресованная человеку, на самом деле адресована всему миру. Ты не знаешь, что тебе простили. Когда лежит луна ломтем черджуйской дыни на краешке окна, и духота кругом, когда закрыта дверь и заколдован дом, воздушной веткой голубых глициний, и в чашке глиняной холодная вода, и полотенце снег, и свечка восковая горит, как в детстве, мотыльков взывая. Грохочет тишина, моих не слыша слов. Тогда из черноты рембрандтовских углов склубится что-то вдруг и спрячется туда же. Но я не встрепенусь, не испугаюсь даже. Здесь одиночество меня поймало в сети. Хозяйкин черный кот глядит, как глаз столетий. И в зеркале двойник не хочет мне помочь. Я буду сладко спать. Спокойной ночи. Ночь. Томас Венслова вспоминает. Наше знакомство началось с того, что Анна Андреевна сказала: «Вы второй литовец в моей жизни». А первым литовцем был Владимир Казимирович Шилейко, видный востоковед, авторитетный, второй муж Ахматовой.
Помню, когда перевел первое стихотворение Ахматовой, 12 строк, «Слаб голос мой, но воля не слабеет», я вошел в какой-то дворик в Ужуписе и увидел пейзаж Вильнюса сверху, который до этого никогда не видел, хотя прожил в Вильнюсе уже лет 20 к тому времени. Великолепный пейзаж, возможно, лучший пейзаж в Вильнюсе, который вообще возможен, а там, возможно, многое. И я воспринял это как некий подарок то ли судьбы, то ли неба за то, что стихи эти сделал. Хотя и не обязательно как доказательство того, что сделал хорошо. Я научилась просто, мудро жить. Смотреть на небо и молиться Богу, и долго перед вечером бродить, чтоб утомить ненужную тревогу. Когда шуршат во враге лопухи и никнет гроздь рябины желто-красной, слагаю я веселые стихи о жизни тленной, тленной и прекрасной. Я возвращаюсь, лижет мне ладонь пушистый кот, мурлыкает умильней, и яркий загорается огонь на башенке озерной лесопильни. Лишь изредка прорезывает тишь крик аиста, слетевшего на крышу. И если в дверь мою ты постучишь, мне кажется, я даже не услышу. А мы все равно будем стучаться и вслушиваться, и всматриваться, и вчитываться. Сила искусства, вы скажете? А я отвечу. Единство сознания, единство мироощущения, присущего нам и тем, кто жил до нас. Йосиф Бродский. Отчего же Бог меня наказывает? Подолжишь,